Спрашивайте в киосках, ищите в почтовых ящиках и на специальных стойках свежий номер «Пульса» Ивантеевки. О чем расскажет газета? Как идет строительство? Первый замминистра строительного комплекса Подмосковья Александр Велькамир проверил ход работ по возведению школы на студенческом проезде. Начало отопительного сезона. В детсадах и школах уже тепло. Быть неравнодушной – главное в ее работе. Интервью с уполномоченным по правам ребенка Ксенией Мишоновой. Лучше успеть вовремя. В городе идет прививочная кампания от гриппа. Как дела в лесопитомнике? Представители Московской областной думы, правительства Москвы и администрации города на рабочей встрече обсудили перспективы этого предприятия. Скорей бы в парк. Реконструкция главной городской зоны отдыха завершается. Куда пойти, что посмотреть? Афиша мероприятий в городе. Интересные места в Подмосковье. Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты. Живите жизнью города. Читайте «Пульс Ивантеевки».